хуякс и с вами Бульба. Сейчас я вам покажу, как из такого сделать вот такое, как из такого убрать такое и как запилить бесшовную красивую карусель для Инстаграма. Чтобы в итоге у нас получилось вот это. А вообще, если сильно захотеть, то можно сюда еще и фламинго присобачить. А сюда можно еще и присобачить дельфина. Поменять купальник. Поменять прическу. И добавить новогоднюю елку. Но хватит наркомании, давайте начнем с самого начала. Ну что ж, приступаем, открываем наш RAW-файл и делаем из такой картинки. Вуаля, вот такую. Важно в основе выкрутить контраст. В Color Mixer добиться ярких сочных цветов и хорошего skin tone. И во вкладке эффекта можно накинуть грейн, чтобы у нас как будто был фотопленка. Но можно это делать потом. Я бы даже порекомендовал это сделать попозже. Далее при помощи нашей нейросети можно устранять какие-то косяки и украшать фото. Например, вот здесь вот я заметил, что стенка не очень красивая и решил чуть-чуть добавить цветочков. На этой фотографии у нас тут надпись 140 сантиметров, тут какая-то стена, тут какой-то чел плывет, тут какой-то мяч. Исправляем. Здесь у нас тоже по минимуму добавим куст. Ну а на этой фотке я решил по полной отыграться. Бах. Еще раз. Бах. И еще раз. Бах. Теперь приступим к ретуши. Что, если я вам скажу, что ретушь можно сделать за 2 минуты? Может быть, даже меньше. Было. Стало. Все дело в плагине Retouch for Me. Нажимаем сначала Heal, потом Dodge Burn, потом еще можно PV, потом Skin Tone и потом еще и с глазами побеситься. Но это уже на свой выбор. Плагин очень большой, и это еще не все его подплагины у этого плагина. Далее при помощи нейросетей объединяем фотографии в одну единую фотографию. Выделяем области и применяем нейросетку. Нужно понимать, что вот такие вот сложные области, допустим, с водой и с фоном, с небом, пришлось повозиться и сгенерировать примерно раз 15, чтобы получить, чтобы получилось что-нибудь достойное. Также очень удобно все это делать кусками. Выделять какие-то области не прямоугольные, а свободные кистью. Вдохновил меня на все вот этот замечательный человек. Максим Густарев, спасибо. Когда мы соединили все куски, обязательно нажимаем на Layer, нажимаем Flatten Image. Тогда у нас собирается все в одну картинку. Ну, типа смарт-объекта, только проще. Далее накидываем Sharpen, Smart Sharpen. Если вы вначале не добавили зерно, то это можно сделать при помощи фильтр. Camera Raw Filter. И в эффектах выставить Gain. У меня он стоял где-то примерно 13, но сейчас я уже его не буду ставить, потому что он у меня уже был. И в итоге вы получаете этот замечательный пост. Да, еще я вам забыл сказать, что я ни разу не фотограф, и все, что вы видели, это просто обычные фотки, вы то же самое, как и я, сможете сделать. И, конечно же, я против, чтобы пизду.